В Новочебоксарске инспекторы ДПС нашли ушедшую из дома пожилую женщину с провалами в памяти. 23 ноября днем в полицию поступило заявление о пропаже пожилой женщины, у которой случались провалы в памяти. Как сообщает в МВД Почувашии, бабушка до недавнего времени жила в деревне, и дети привезли ее в город. Сотрудники полиции вместе с родственниками начали искать женщину. Обнаружить ее удалось около 16 часов на окраине города. Полицейским она назвала свои данные, но была уверена, что гуляет по родному району. Правоохранители передали бабушку родственникам.